Стоп, стоп! Да смотри до конца! LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Так, Вова, а чё это? Так, Вов. Летит ракета. Да, 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 я тоже заметил, да, летит. А в чем прикол, Вов? Так, и в чем прикол? Я не понимаю. Ребят, меня слышите? Алло, меня слышите? Ядерка падает! На... И чё, куда? Куда? Что? А куда это ушло? А почему... Вов, почему ты меня игноришь? Вова! Ну, пока какая-то что-то. Громче шеф, а я не знаю, он меня игнорит. Он, походу, меня замутил. Бля, кстати, прикольно выглядит, зацени. И вот, получается, из этого дупла вылезет Эминем, да? Замечательно. Все, всем спасибо, расходимся. Ой-ой-ой, пальба. Это если что, баг сейчас был к трансляции на Твиче. На самом деле мы с Вовой реально сидим на трансляции вместе. Ну оттуда вылезет Эминем, или откуда? Да иди ты на... сюда с Киркой. Ну? Полетела вниз, ага. Да нахуя ты меня выкинул? Это, кстати, было, по-моему, как во время первого концерта. Вроде что-то подобное было. Тоже с отлетами вот такими. Полетами. Тогда кто выступал? Максим Доша, по-моему, или Дора? Я не помню, кто-то из них двоих. Надо. По-моему, Дора. Так. Алло, кто сейчас проебется, если я за вас не увижу? Да я жму! Я тоже жму, кстати. Ля, вот ты нахуя, я вас спрашиваю, держать очередь в Fortnite, чтобы так посмотреть что, на это? Ничего. Если можно, просто зайти и посмотреть, что там другие люди делают. Это же легче и проще. Легче и проще, ни хрена себе, конечно, сгенерировал фразу. Неплохо. Ну и? На видео другое ощущение. О, бра! Я в свое время игры по летсплеям некоторых чуваков проходил, когда у меня не этот ПК не тянул, только Майнкрафт тянул. Нормальное ощущение. Это что, весь концерт? Похоже на мое очко. Фулл гайз, привет. Ну стильно, стильно, о, стильно, стильно. Ждем подобное в экстракте, я так понимаю, да? Мне нравится, пока что прикольно. Ну стилево. Ну я жду, что за треки будут. А, лама сбила меня. Я очень надеюсь, что песня Эминема будет каким-то образом визуализироваться. Ну, то есть там, допустим, что-то под бит будет, какие-то вот такие штучки Ребят, летать. Я не умею играть, реально. Это кто? Это моя это мать. Моя пачка. Наруто! Чего, блин? Ну, это отсылка на Лего Фортнайт, который, получается, выходит. Я не умею играть! Что? Я сейчас убьюсь где-нибудь. Подожди, это запустился Лего Фортнайт или концерт Эминема? Что-то я не понимаю. А, это в целом ивент. Ребят, надо было спонсоров тоже каких-то сюда позвать, потому что Эминем дорого, стоит его добавить. Поэтому Лего вписалось, видите? Это интересно, что, это что такое будет Лего Fortnite, надо будет посмотреть. Который я забыл, кстати, на экран повесить. Ну ладно. Лего Fortnite это будет как Лего World? Или все-таки как Battle Royale, мне интересно. Вот это мне реально интересно. Просто если делать батл рояль, то это тупо, блин, нет, 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 нет.
Блин, ну прикольно, если так подумать, прям подзапарились. Чё вы ржёте? Там MyAudio плагин просто пытается открыться. Прикольно. Ты лети, мудила, лети! Чё ты пишешь в чате? Вы все равно его не откроете, потому что вы русский. Вот он у меня тоже постоянно открывается, хочет, ну, проверить аудиокарту, а не получается, потому что я русский. Hot Wheels? Вы же знаете, что Universal Audio заблокировал вообще Россию? То есть так, русские недостойны писать музыку. Ну, это их позиция. О, мне такую машинку. А поехать? Да, погодите, это Rocket League или Hot Wheels, я не пойму. Hot Wheels. Это Rocket League, но... Hot Wheels. Дорожками, как будто это Hot Wheels. Это Hot Wheels. Подожди, подожди, я не понимаю, это они все показывают именно вот эти приколы Fortnite-эдитора? Нет, я не еду. Ну, гейм-эдитора, который у них, творческая мастерская Fortnite. Я же буквально недавно делал ролик, они что, начали выпускать какие-то новые плейсы, получается, для своих, для своего вот этого проекта отдельного? Ну, Лего Fortnite, так понимаю, это туда идет. Вот эти гоночки, судя по всему, тоже. Вася, это все туда. На заносах. Блять, рановато сделал, конечно, я ролик по Fortnite эдитору. Прям очень рановато. Подождал бы месяцок, получился бы видос поинтереснее. Учитывая, сколько всего нахерачили. Я первый. Ну и побольше, кстати говоря. Каких пор Fortnite Роблоксом стал? Юр, глянь у меня видос на эту тему. Он прям хороший. Реально, тут согласен. Если ты хочешь вкратце понять, что, почему, Свету чекнусь. Там вообще все идеально описывается. Так, все, концерт Эминема, да? Я все-таки красивая женщина, реально. Самый красивый скин в истории у меня. Look, if you had one shot. Тихо. Смотри, реально замолчал. Мы как участники прямиком. Здорово! Ля, это просто анимация. Бля, это реально просто анимация. Это шутка. Я расстроен. Что за кринж? Я реально расстроен. Громче сделай. О, гитар Хира. Ребят, сейчас проебу. S, S, D. Бля, мне кажется, даже этот концерт Эминема, по сути, как это называется, по сути, реклама вот этого Fortnite-эдитора. Хорошо, хотя бы мое нажатие не влияет на выступление. Ну, типа Guitar Hero, видите? То есть вы так же будете играть. Влияет! Не, ну с этой точки зрения тогда получается ивент интересный. Это ошибка. Это показали конкретно новые игры. А, то есть это не то, о чем я подумал, да, Лёш? Это вообще отдельно другие игры. Я, ребят, это из-за меня. Я думал, это из творческого Fortnite режима его. Ну ладно, это тогда. Лицо Эминем. О, я ждал, как Трэвис. Не, стилёво. Это факт. Прям очень стилёво. Бля, как же он читает, я не могу. У меня есть ощущение, что это все, короче. Алло, а что тут со звуком? Это не я кнопки не жму, это цензура, походу. Enemy 100% of me.
Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Но просто подобные сцены, они всегда в кульминации. Если это так, то это, конечно, неплохо. Пиздец, кал. Но по вайбу, у кого там, у Трэвиса же был, да? У него как-то поэпичнее было, наверное, в силу музыки. В силу трека. У Мазелова было круче, там живая музыка. А тут херня, чисто на записи пришел. Дизреспект потому что он минимум. Очень хорошо мне отпечатался в голове. О, белые. Что он сказал? Чего? Или чего? Ну это реклама вот этих игр на Fortnite. Наверное, у них не влезло все в один режим, и они разделили его на два. Но это логичней. Логично. Так, ну пока очень красиво. Пока это... Нет, это КД между концертами. 100%. Пока это очень красиво, что было как-то качать точно. Но это КД между концертами. Почему? В итоге я посмотрел чуть-чуть, потому что у него какой-то... Да, я угадал. Спасибо большое, спасибо, можно... Спасибо. Только дали... Ну, понятно, в общем. Ну да. Все сервера... Ну, короче, да. У меня что-то... Ну, так прикольно вроде сделали, красиво, но... Да очень, это просто реклама. И кто будет дефать это просто чуваки. А это... что здесь дефать? Это говно. Просто реклама. Это часть ивента. Да как вообще, не? Лям. Зато 3-4 кара налутал. Так а чё толку, типа, они не фолловятся, в чем смысл? Ля, он, подожди, он что, не понял, что это просто реклама креативная и все? Да, ну это издевательство или что? Он, то есть, реально ждал именно концерт Eminem, а ему просто показали рекламу. Блять, вот уроды. Ну, я не знаю, смешнее то, что фанаты Fortnite такие, блять, это реально концерт Eminem. Блять, вам показали просто рекламу эдитора, игры на эдиторе. Все, кайфуйте, ребята. Теперь лицензионные с Лего там будут, с Hot Wheels, всякие вот эти коллаборации. Что на самом-то деле, я думаю, для вас круто, хотя посмотрим, как это в дальнейшем будет выглядеть. Ну, вообще, просто реклама. Просто реклама, я не знаю, как сказать, красивая реклама, все. Я вообще ждал сюжетный ивент. Ну, посадите. Че могу сказать? Извините, пососите. Три пилера встретились в музее, делали селфи на фоне.